«Пространство – это мы». Так назвали выставку воспитанники кружка «Фантазия» совхоза имени Ленина. В родном поселке экспозиция уже произвела впечатление. Теперь ее привезли в Развилковскую библиотеку. Я переговорила с заведующей библиотекой совхоза имени Ленина Марией Машоновой о том, чтобы эта выставка после окончания перекочевала в нашу библиотеку. Потому что мне показалось, что нашим жителям, нашим читателям будет тоже интересно посмотреть вот такие необычные картины. Познакомиться с выставкой приехали воспитанники досугового центра «Картино». Для них сотрудники учреждения пригласили особого гостя – руководителя кружка «Фантазия» Салтанат Дуйсенбаеву. Она и провела полноценную экскурсию для ребят. Изначально было задание такое – я вырезала кусок, а они должны были дорисовать как может. Когда они это все сделали, и мы решили сделать композицию из этих домов. Центр каждой работы – дома. Ученикам нужно было лишь придумать, в какую ситуацию их поставить. Где-то дома поливают, а они растут, а где-то здание на своих могучих плечах держат атланты. Подобное не может не произвести впечатление на зрителя. Во-первых, близко, и почему бы не посмотреть работы других людей. В общем, мне все понравилось. Интересные работы. Ну вот, много интересных, цветные, сложные, красивые работы. Нужно делать проекты рядом, в библиотеке, в школе. То есть выставлять и популяризировать учеников в своем небольшом районном городском округе или Московская область, расширять культурное взаимодействие населения. Посетить выставку «Пространство – это мы» в библиотеке поселка Развилка может любой желающий. Она продлится до конца марта. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.